На продажу выставлена англо-арабская кобылка серой масти. Родилась 17 февраля 2022 года. Ее отец – жеребец чистокровно-верховой породы по кличке Кэтман, линии Нарсендансе, от Кайтана и Дбалит Мистрис. На центральном московском ипподроме Кэтман занял 1 первое, 2 четвертых и 7 пятых мест. Отец Кэтмана – известный жеребец Кайтана, участник всех без исключения крупных призов мира, чемпион трехлетних жеребцов в Германии и Италии и чемпион старшего возраста в Германии. Из 45 стартов Кайтана занял 9 первых, 6 вторых и 7 третьих мест. За скаковую карьеру выиграл более 2 196 тысяч евро. Мать Кэтмана, кобыла Балет Мистрис, из 5 стартов заняла 3 первых и 1 третье место. Мать англо-арабской кобылки – серая кобыла по кличке Галея, от жеребца по кличке Леран, двукратного чемпиона России и рыжей кобылы Гивеи. Гивея – от Вивата и Глыбы. Кобыла Глыба – от жеребца по кличке Багдад. Он из 4 стартов на ипподромах занял 2 вторых и 1 третье место. Больше не испытывался на ипподромах России, так как был экспортирован в Европу. Отец Гивеи – жеребец по кличке Виват, линии Корея. Один из лучших производителей нашей конефермы, неоднократный призер шоу-турниров, завоевал приз Sword Arabian Horse Organization Trophy 2015 года, который присваивается лучшей арабской лошади в каждой из 60 стран, членов Всемирной организации арабского коневодства. Виват от жеребца по кличке Нармат. Нармат прошел испытание на Пятигорском ипподроме, из 3 стартов занял 2 вторых и 1 третье место. Какие документы оформляются при покупке? С покупателем заключается договор купли-продажи и договор на перевозку до места назначения. Покупатель получает ветеринарную справку, в которой указаны все прививки и вакцинации. Все наши лошади проходят тест ДНК, все чипированы. На каждую выдается паспорт вне коневодства установленного образца. Мы можем оказать помощь в организации перевозки лошадей во все регионы России, а также в Грузию, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан. По вопросам покупки англо-арабской кобылки обращайтесь по указанному телефону, WhatsApp или Telegram.